Это, конечно, очень смешно. Значит, захожу я в магазин. Вот тут магазин. Стою на парковке, жду, когда приедет Наташа с Левой. Я их встречаю с метро. Зашел в магазин, и там нижнее белье женское. И я такой смотрю, думаю, ну надо что-нибудь Наташке купить. Мы вроде бы вчера отметили 14 февраля, но я думаю, надо еще какой-нибудь презент купить. И она мне тут же пишет сообщение, говорит, купи мне хлопковые трусики с стрингами. Так это странно звучит, с моих уст трусики. Ой, говорит, купи мне размер S, ну, как подарок. Я говорю, о, окей, класс, спасибо, что сказала. И в чем юмор-то? Я захожу, значит, в магазин, называется Encanto. Вот этот вот. Да вы все знаете, наверное. И поймался на мысли, что стоят 10 мужчин, ну, все, видимо, покупают подарок. И знаете, из-за того, что атмосфера не мужская, ну, такие мужчины все такие крупные стоят. И знаете, и все так говорят в полголоса, и я понимаю, что, ну, здесь нет ничего такого, это понятное дело, ну и что, что зашел, купил нижнее белье жене. Но все равно в атмосфере ощущается, как мужчины такие немножечко, ну, такие вот смякли, такие, это так смешно, мы как это, знаете, мы как большие дети, и я тоже, ну, казалось бы, вроде бы взрослый мужчина. Я тоже консультанту, типа, ну, здравствуйте, а вот, ну, подскажите, вот. И, знаете, чувствую, как моя тональность такая немножечко падает, вот. И ощущается, как мужчины такие аккуратненько говорят, короче, немножечко некомфортно все себя чувствуют, вот. Хотя, еще раз говорю, в этом нет ничего такого. Но я вдруг поймался на мысли, что я это увидел и почувствовал, и вышел оттуда, и мне стало так смешно. Решил с вами поделиться, конечно, да. Это так же, как Наташа говорит, она мне говорит, я когда захожу в барбершоп с тобой, ну, со мной, она говорит, я себя некомфортно чувствую, потому что мужской барбершоп, он такой, там, музыка играет мужская, а, так, среда сделана такая, ну, по-мужски, стены такие все кирпичные. И Наташа говорит, я так себя некомфортно чувствую, слишком много мужской энергии. А здесь наоборот. И все такие мужики стоят, как... Блин, так смешно. Они как... Ну, не то, что они, мы как школьники, знаешь, такие, как школьники голову все опрокинули и спрашивают там, что им купить своей жене. Никто размеров не знает. Ой, ладно, такие вот дела.